В минувшую пятницу 9 июня в одном из залов грибной базы Полесского государственного университета стартовал республиканский турнир по боксу среди юношей 2001 года рождения и моложе. Участие в нем приняли команды из различных уголков не только Беларуси, но и Украины. Здесь присутствует, значит, команда из Беларуси, это Мозырь, Барановичи, Пинск, Брест, Жабинка, потом Малорита. Приехали две украинские команды, с Луцка приехали и Ровно. Луцк и Ровно. Вот. Всего у нас где-то под 60 человек участников, вот, то есть уже потихоньку чуть-чуть лучше, чем в том году. В том году было где-то человек 40, сейчас чуть побольше. Вот, поэтому потихоньку разрастаемся. Команду нашего города представили воспитанники отделения «Сдюшор номер 5». Кстати, она здесь была самая многочисленная – 22 спортсмена. Здесь более-менее хорошие боксеры, это еще здесь есть 2001-2002 год, а уже 3-й, 4-й, 5-й, 6-й – это в основном дети, которые только начинают боксировать. И мы вот в основном сделали упор на этих детей и проводим соревнования, то есть ну, практически под своих детей. Мы сделали возрастные категории, весовые категории под своих детей и под них пригласили учащихся. И поэтому мы делаем ну, как бы турнир под себя. К соревнованиям спортсмены готовились усердно, ведь для многих ребят это первое серьезное испытание в их спортивной карьере. Ведь главная цель турнира – дать возможность начинающим спортсменам получить первый опыт серьезных боев на ринге. Кто-то побоксирует, попадет, кто-то с Украины, кто-то с Брестом. То есть они уже почувствуют, как говорится, вкус адреналина, запах, как говорится, крови и, ну, и мандраж. То есть это уже настоящие боевые условия, то есть выходит в ринг, судьи, все, медальки будут за первое, второе место, 4 будет приза за лучшую, 4 приза за волю к победе и 1 приз за лучшую технику. В течение 2 дней боев определились лучшие спортсмены. Так у воспитанников отделения бокса «Дюшор номер 5» города Пинска 15 медалей различного достоинства. Золотых медалей в разных возрастных категориях удостоены Павел Платко, Иван Позднюр, Александр Шаломицкий, Стас Макаревич, Владислав Диковицкий, Владислав Харковец и Арсений Новак.